2 ноября 2023 год. Сегодня будет короткий афоризм из двух слов. Вернее, одно слово, разделенное на два. Заголовок будет длиннее к этому афоризму, и эпиграф длиннее. Заголовок. Ночь, улица, фонарь, аптека, Махачкала, аэропорт, погром. Теперь эпиграф. Коротко о главном или вчерашней новости одной строкой. Написал это 30 октября 2023 года, несколько дней назад. Так вот, само тело афоризма. Махачкала. Понятно, да? Для меня, после того, как я посмотрел, как денацификаторы россияне гоняются по аэропорту в поисках евреев в двигателях гражданских самолетов, для меня навсегда столица Дагестана стала не Махачкалой, а просто как описание событий. Махачкала. Почему я сейчас начал об этом запись? Потому что я вчера послушал про Волноваху, да, где российские два контрактника убили семью из 9 человек, включая 4-летнего ребенка, там 8-летнего, по-моему, ребенка, выстрелами в голову. Назвали это все Новая Кущевка. Почему Новая Кущевка? Потому что была старая Кущевка. Это в России, когда еще рашистская раковая опухоль не вторглась так в Украину. Это было в России происходило. Убили 12 человек, включая детей месячных, там сожгли живьем. Вот это русский мир, вот это денацификаторы, которые гоняются за евреями по аэропорту, и вот это вот русскомировцы, которые несут русский мир в Украину. Поэтому мы не будем оставлять наши территории рашистам, потому что на этих территориях будут вот так убивать 4-летних детей выстрелами в голову. Потому что этот крошка Цахис или Путин, который сидит там на троне, этот плешивый карлик, он будет и дальше находить казусы Белли, оправдания для того, чтобы заходить и убивать сотнями тысяч украинцев, которых он называет своими там братским народом, или я не знаю как. Мы будем воевать, пока эта мразота с нашей территории не исчезнет или не останется в виде чернозема на нашей территории.